История творческого сотрудничества историко-культурного центра и телекомпании «Видное ТВ» началась прошлым летом. Тогда в стенах ИКЦ открылась выставка нашего оператора Владимира Гриневича, который является также и оператором Первого канала. За месяц ее посетило более 600 человек. Автор представил многочисленные работы, снятые как в командировках, в том числе и в горячих точках, так и в повседневной жизни. Историко-культурному центру очень понравилось, как она прошла. И на следующий год предложили еще кому-то поучаствовать. Но тогда мы решили объединиться и сделать одну общую выставку, на что получили согласие, и вот сейчас ее готовим. В отличие от видео, фотографии – особый вид искусства, где в одном кадре необходимо и рассказать маленькую историю, и передать настроение. А потому, несмотря на то, что фотоаппарат сейчас есть практически у всех, назвать себя фотохудожником может не каждый. При подготовке к выставке к работам предъявляются особые требования. Очень много нюансов. Цветопередача, самое главное, разрешение, детализация. Это нельзя скрыть на большом формате. Если маленькая фотография из одноклассников как-то прокатывает на маленьких размерах, то здесь очень четко все очень должно быть ясно. Помимо исключительного качества самих фотографий, второй весьма сложный момент – правильно их разместить на стенах выставочного павильона. Ведь экспозиция – это тоже своего рода история, в которой перед зрителем, который двигается от фотографии к фотографии, постепенно раскрывается творческий замысел создателей. Поскольку выставка открывается в преддверии Международного женского дня, первый зал посвящен женским образам, цветам и любви. Во втором зале – образы мужские. Здесь можно увидеть портреты президентов, популярных актеров, а также тех людей, которых знает весь Ленинский район. Третий зал посвящен путешествиям. Здесь можно увидеть фотографии со всех уголков мира. И, наконец, четвертый зал мы назвали «Калейдоскоп». Здесь собраны фотографии самой разнообразной тематики. Пока еще они не заняли свои места на стенах, но к моменту открытия выставки все будет на месте. Всего на выставке будет представлено более 150 фотографических работ. Их авторы, операторы, корреспонденты и монтажеры телекомпании «Видное ТВ». Для всех них фотография – хобби, которое неразрывно связано с основной профессией. Какие-то кадры сделаны, как принято говорить, случайно, но многие – результат кропотливого труда. Приезжаю на какую-то локацию, место, лес, там, поле, неважно, и выбираешься ракурс, делаешь какие-то пробные фотографии, и на это тратится практически целый день. Открытие фотовыставки назначено на 12 часов 6 марта. Максим Козлов, Владимир Рябежонов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. «Видное ТВ».